Так, привет усям. Моя задумка. Иногда нужно снимать какие-то эпизоды видео, какие-то сюжеты с участием пусть даже одних и тех же 3D-актеров, но именно я имею в виду сейчас не игру, а видео. Какую-нибудь мультипликацию, анимацию, все такое. Чуть ли не сериалы, типа «Губки Боба». То, что меня всегда бесило, когда я это делал еще в Максе, а может вы там где-то в Майке, в блендерах, там, то, что, первое, сцену нужно вот это настраивать, поставил героя здесь, тут, прикручиваешь к ним анимацию, настраиваешь ее так, чтобы он же подошел вот сюда, туда, сюда, какие-то взаимодействия, ищешь какие-то базовые анимации, их подкрутил, настроил сцену, короче, вот, вроде бы уже прогнал туда-сюда этот ползунок анимации, взад-вперед, вроде все классно подходит, общаются, какие-то вопросы туда-сюда задают друг другу, идет коммуникация, все нормально. Фух, думаешь, сделал. И потом начинаешь, нажимаешь вот этим пальцем кнопку рендеринг. Идешь и засыпаешь. Рендерится у тебя там или час, или день, или месяцами ты рендеришь свой ролик и думаешь, с чего я там уже хоть рендерю, я уже не помню, о чем речь. Вдруг мне пришла интересная мысль в голову. В Unreal ведь можно снимать подобные вещи, вот когда у тебя есть актеры, и нужно ими там целый сериал снимать. И я подумал, в Unreal можно сделать просто такой заготовленный Голливуд, готовые персонажи. В них уже будет забита базовые анимации, ну, базовые какие там, жесты, разговор, мимика лица, любые движения, ходьба, бег, подход вообще там, открывать двери, сел на стульчик, все такое, и во всех у них это уже будет забито. В анимациях будет подключена сразу уже музыка, вот я еще третий момент не назвал, это еще видеомонтаж, когда все это потом складываешь в видеоредакторе и начинаешь туда подставлять шаги, тук-тук-тук, ага, вот тут он у меня идет так, вот тут у меня что-то взял, вот тут у меня там чихнул, вот тут дыхание, вот тут начинаешь это все подставлять, подгонять, это третье. Три вот эти нудные вещи, то в Unreal, прямо в анимацию, вот ты вставляешь уже все эти мансепансы, все это уже есть. И самое интересное, никакого секвенсора, ни хрена. Снимать фрапсом прямо вживую со сцены. Так вот, что я имею в виду, сейчас я покажу на конкретном примере. Допустим, в моей сцене у меня есть 4 грузовика, которые по сценарию приезжают сюда, где мы находимся, трансформируются в роботов, ну, то есть, это трансформеры. Там посмотрели по сторонам, потом сложились и поехали дальше. Ну, к примеру, в моей задумке это действие будет происходить часто. То есть, приехал, разложился, там, сложился, уехал. Все вместе, по очереди, как угодно. Так вот. У меня есть один, вот этот вот парень, это родитель. Все остальные от него дочерние. Я им просто текстурки поменял, но весь функционал у него один и тот же. То есть, все, что мне нужно, это включиться в игру. У меня какие-то функционалы забиты на определенные кнопки клавиатуры. Поэтому, вот я знаю сейчас, чтобы они мне сюда приехали, то есть, вот главный, вот эти второстепенные. То есть, я нажимаю, они все приезжают. То есть, сейчас это и сделаем. Вот я нажал одного, второго, третьего, четвертого. Вот они приезжают. Пожалуйста, приехали. Я могу сопровождать камерой их приезд. Дальше. То есть, они приехали со звуком, остановились, заглушили двигатель. То есть, это все уже аудиомонтажу дальнейшим не подлежит, ибо звук уже работает. Дальше, они приехали, я смотрю сам, поскольку я сам режиссер, когда им разложиться, мгновенно, через секунду, через две, через минуту, как угодно. Вот, например, я даю команду разложиться первым. Вот, он разложился, он встал по моей команде и занял какую-то позу и смотрит там по сторонам. Ну, там, что у него зашито, то он и делает. Все остальные, то есть вот я могу их двух одновременно, а одного позже включить, то есть как захочу. Это все сейчас прямо вживую снимается фрапсом. То есть посмотрели они, поговорили о чем-то, например, и дальше слаживаются. Вот, и уезжают. Вот, например, первые два у меня уедут одновременно, а эти вот так вот по очереди. И камерой, мышечкой, я так раз и сопроводил.
Все, они уехали. Камера у меня настроена идеально, мягко, плавно. И вот сколько я потратил время на то, чтобы снять этот эпизод. Я потратил время на то, чтобы их просто поставить в эту сцену. То есть вот сюда. И все. Мне не понравилось что-то. Не так я снял. Ради бога. Обратно нажимаю. Вот сейчас нажму 4 одновременно. Все, они все вместе сейчас приедут. Они приехали. Я там сопроводил их камерой. Не сопроводил. Могу вообще камеру снимать. Со стоячей камерой. Потом, пожалуйста, все вместе открылись. Там, допустим, мне нужен поворот. Я повернул, что-то там посмотрел. И обратно их. Оп, оп. И вот этих, пожалуйста. И все, поехали. Одновременно всех их завел. И с музыкой. Уехали. То есть вот прямо здесь я... играю роли своими актерами, вот на клавиатуре. То же самое касается и людей. А на сцене актеры, которые заранее заготовлены, и у них уже зашито, как фильм «Я робот», два закона, не убей, не укради и все такое, и ты ими просто вот этими вот пальчиками и вот этой мышкой, ну, то есть двумя руками на клавиатуре, тупо играешь роли. Вот нажал кнопку, он начинает говорить другим актерам в этот момент. Нажал кнопку, он повернул голову, слушает. Знаете, вот прямо вживую. Ты же знаешь, чего, где, как настроил. И вот это все исполняешь. Просто в том плане, что ты не делаешь там каких-то коллижинов специально для этого. То есть ты знаешь, что это не игра, это не будет функционировать. Но ты знаешь просто, что делать все, чтобы киногерой сыграл роль ту, которая нужна в этом эпизоде. Потому что ты сам здесь режиссер, и это твой Голливуд. Его больше никто не возьмет, ты сам его делаешь, а в конце выдаешь людям смотреть только готовый продукт. Вот предыдущее видео, которое я видел, там у меня ходят чубачки с металлическими руками. Это парагоновская модель. Я ее скачал, и вот у них уже у всех зашит один и тот же там парочку элементов. У меня получается есть один отец, ну, это как по-правильному называется, один родитель, у которого, в котором я настраиваю весь функционал, такой базовый, все, что приблизительно мне нужно для того, чтобы человек делал, человекоподобный персонаж. А все остальные мужики, вот там, которые ходили, это те, которые наследуют все вот это вот, то есть это дочки. То есть родитель и дочерние все объекты. То есть одному я настраиваю, а вторым просто... подкручиваю тела, и все. И у меня ходят чуваки любые, и я из них могу сделать любую сцену и снять фрапсом прямо вживую в реальном времени. Где-то накосячил, ну, уже в монтаже это просто отрезал. Не без этого. Вот такая вот идейка такого собственного Голливуда. И для этого дело... нужно, конечно, много подготовить. Работы по подготовке такого Голливуда дохренища. Но потом это все снимается моментально. Без рендеринга на часы, на дни вот это вот. Без настройки сцены на то, что подходит, уходит, уходит. И без аудиомонтажа. То есть он, конечно, будет аудиомонтаж. Там музычку подставил или где-то что-то такое, что не было в сцене. Но в основном... это уже очень по минимуму, что осталось. А дело началось с чего вообще? Вот подобный Голливуд я хотел сделать для себя давно. Также не мог понять, как бы это сделать попроще, чтобы все съемки были быстрые. И до этого руки никогда не доходят. Работа там, семья, все такое. Так вот, совершенно неожиданно, где-то с месяцок назад, звонит мне знакомая. Это девочка, ну, грубо говоря, студентка вот таких вот масштабов своего возраста. Когда-то мы вместе с ней посещали английскую практику. Она вообще тогда еще в школу ходила. Сейчас вышла замуж, уехала там в Запорожье, в Кривой Рог, не знаю, где-то она там не возле меня живет. Вот она вышла на связь и задает вопрос. Сколько тебе надо денег, чтобы ты мне сделал видеосериал? Я говорю, блин, думаю, ни хрена себе.
Мне что, богатая бабушка где-то умерла? Поговорили, в общем, оказалось, что человеку просто хочется снять какой-то свой сюжет. То ли они с мужем придумали его, то ли где-то... Не знаю, я так и не добился, для чего это нужно. Ну, нужно им, фиг с ними, это их дела. Но то, что она задала вопрос, это, ну, выходит за рамки здравого смысла, если рассказывать, сколько стоит сделать декорации, то есть сцены, модели, анимации, рендеринги. Это все вот как раньше, если мы делали. Я как озвучил минимальные цены. Она говорит, ну да, я понял. Она говорит, что мы пока не будем это делать. Я говорю, ну, блин. Я подумаю, конечно, как для тебя, ну, что-то хоть немного дешевле, чтобы было бы. Но даже по самому минимуму, я говорю, там, в Unreal'е есть готовые декорации, готовые проекты, где просто вот я тебе покажу, нравится, все, здесь, значит, здесь делаем рендеринг. Уже ничего не надо моделить. Я говорю, ну, там есть какие-то места, где есть модели, покажу, подойдет, все нормально. Но все равно, вот это все, что я рассказывал, настройка анимации, коммуникация, это все действия игроков, потом эти рендеринги, эти все, все равно это долго все, и все равно это вытекает хоть в какую-то, но монету, которая ей, ну, реально дорого. И вот когда у меня две мысли всплыли одновременно, я подумал, почему бы, если я хочу себе сделать Голливуд, у меня сейчас конкретной идеи нет. На какую тему? Я бы снимал, конечно, на свою армейскую тему, какие-нибудь приколы, но вот хочется что-то такое более-менее в этом плане, как она говорила, у нее там какое небольшое кибернетическое будущее. И я подумал, давай так, я себе делаю этот Голливуд на базе ее видеосериала. Вот как бы для нее буду делать. Все равно я их эти все вещи для себя могу использовать в любой момент. Они мои, я их могу, ну, настроены мной, всегда переделать в любую другую фильму. Звоню, говорю, вот, кстати, я когда начал это делать, я уже очень много сделал, потом позвонил, говорю, давай пообщаемся, какие герои нужны. Вот показал я этих чипзиков, говорю, класс. Поэтому я подумал сделать одновременно два дела. Человеку доброе дело сделать, практически бесплатное, сделать то, что хочет. И создать себе этот Голливуд. В этих видосах расскажу, как это продвигается, как я это задумал, потому что у меня есть подозрение, что если вы меня сейчас слушаете, вы не все до конца понимаете, что я хочу. А именно я хочу сказать то, что съемка длинных каких-то 3D-сериальчиков, пусть даже мультяшных, детских, там, с какими-то там маленькими инсониками, хреноньками, блин, это можно делать очень быстро. Если, конечно, предварительно настроить родителя. То есть родителя настроил, потом все дочерние объекты, все наследуют те же параметры и просто фа, моментально у моря. На этом первая серия моего рассказа кончается.